Добрый день, мои дорогие подписчики и гости моего канала Сан Валентина. Сегодня я буду черенковать свои петунии и хочу вам показать самый простой, надежный, 100% результат, который я черенкую и всегда я с петунией, которые я люблю и они мне нравятся. Вот такая вот петуния, которая у меня 6 горшочков. Я хочу, чтобы петунии было мне такое много. Я хочу такой вот сделать именно каскад. Стелющий каскадную такую. Поэтому я буду сегодня черенковать, чтобы было у меня ее побольше. И буду черенковать такую вот петунию Триумф бордовая, крупноцветковая. Чтобы у меня всего их 4 семечка получилось с этой. Поэтому я хочу больше размножить. Покажу вам 100% результат моих этих петуний, как я делаю. Можно черенковать двумя методами. Это в водичку поставить и в грунт. Но так как у нас еще холодно и в грунт невозможно, поэтому я буду ставить свои черенки вот в такую водичку. Вот как у меня. Вот такую вот я делаю плошечки обыкновенно. Делаю вот такие разрезики. Вставляю черенки. Они у меня вот так вот стоят. Для того, чтобы не было загнивания, вот это вот, обязательно здесь нужно растворить таблеточку угля активированного. Значит, для среза петунии нужно обязательно, чтобы имелось 2 или 4 обязательно пары вот этих листиков. Это обязательно. И чтобы они не соприкасались с водичкой, нужно, естественно, их вот так вот поставить, чтобы они не соприкасались, вот эти вот листики, с водой. Срез петунии нужно делать над узлом. Вот как у меня сейчас, я вам покажу. Вот он над узлом и на косую. Вот видите, это недельный результат моих вот отростков, вот эти, которые я отрезала от одной петунии. И вот горшок от второй петунии. Сейчас я поближе покажу. Смотрите, вот этот черенок, я его отрезала. И вот там землю я его пометила. Смотрите, сколько он мне дал уже отростков. Вот 1, 2, 3, 4. И там он еще идут 5, 6. Я могу смело, когда еще они подрастут. Но я дождусь, пока они дадут по цветочку. И потом я еще обрежу вот эти, которые дали 6 мне. Я потом еще прочеренкую. И у меня будет огромный каскад вот этой петунии. Смело черенкуйте, не бойтесь. И все у вас получится. Вот это вот результат 4 дня. Вот это результат недельный. И видите, какие уже отросточки. А это 4 дня отросточек. Вот отрезала на косую. То же самое землей подсыпала. И вот они уже результат. Вот как видите, маленькие-маленькие пошли уже маленькие отросточки. Вот. Поэтому вот таким черенкованием мы сегодня займемся. Значит, длина отростка. Вот я сейчас буду обрезать. Длина отростка, вот как видите, я беру здесь, вот у меня эти не беру верхнего внимания. Вот они 2, 3, 4. Значит, я отрезаю на косую вот так над узлом. Именно вот так вот. Вот как видите, этот я обрываю, он мне абсолютно не нужен. Вот, ну, вот эти я оставляю 4. Вот эти отросточки. Дальше. Теперь вот еще покажу. Вот они у меня 2, 3, 4 листка сформированных. То же самое на косую. Делаю срез над узлом. Вот так вот. Этот нам он не нужен. Оставляем только вот вверх. И так же самое вот в такой плошечке можно. Вот у меня здесь 2. Я поближе сейчас просто покажу. Берется обыкновенная крышка из-под творога. Вот так вот я ее обрезала. Сделала здесь дырочки, 3 штучки. И я смело могу вот так вот поставить, чтобы их не было много, не соприкасались воды. И вот так вот ставлю. Вот. И пускай они мне пускают корешки. Так, что еще можно сказать? Так, если над верхом еще вот будете срезать, значит, должен быть срез над узлом, должен быть прямой. Черенкование в воде подходит для всех видов буквально петуний, кроме махровых. Махровые я не делаю, они у меня почему-то не выходят. Вот. Ну и чтобы не загнивалось, естественно, нужно
взять одну таблеточку вот этого активированного угля и вот так вот растворить в воде и окунуть эти черенки. Вот так вот я хотела поделиться с вами о своих петуниях. Выращивайте, и вы будете всегда с петуньей. Вот такие красавцы петуньки.